Американская финтех-компания запустила программу по предоставлению биткоин и блокчейн-услуг из космоса. Как сообщает Bitcoin Magazine, Blockstream, один из поставщиков блокчейн-технологии, объявил о запуске проекта, позволяющего транслировать биткоин-данные почти каждому на планете в режиме реального времени со спутников. На официальном сайте компании сообщается, что спутники будут использовать как узлы глобальной децентрализованной сети, что позволит пользователям осуществлять транзакции с биткоином даже там, где доступ к интернету ограничен или отсутствует. Сама компания при этом будет играть роль инфраструктурного оператора, поддерживающего передачу данных и осуществление транзакций за определенную комиссию. Также компания заявляет, что покрытие всей Земли будет происходить в 3 этапа, а сейчас охватывает только Северную и Южную Америку, Европу и Африку.